Всем привет! И с вами та самая мисс Евка. Сегодня у нас мега интересное видео. Вот, я думаю, многие ждали и наконец-то вы дождались. Сегодня будет дегустация различных вкусняшек. Каких сейчас вам покажу. Вот такие вот банановые брауни. Это что-то, да, по типу пирожные банановые брауни. Вот, для максимального. Вот, дальше у нас это мини-тарты, короче, тарталетки с карамельно-арахисовой начинкой. Это просто, я думаю, будет разрыв всего. Ну и еще вот такой вот морковный тортик. Вот, и это не просто морковный тортик, он с апельсиновой начинкой. Короче, я думаю, я вас уже заинтриговала, мне самой уже не терпится попробовать все, что здесь я приготовила. Поэтому, я думаю, стоит начать нашу дегустацию. Поехали! Быстренько пишите ваши догадочки, как вы думаете, с чего же я решила начать. И начать я решила с вот таких прекраснейших тарталеток с карамельно-арахисовой начинкой. Вот, это мини-тарты. Они меня очень манят, они меня все это время манили. Вот, ну давайте я распакую, естественно. Они такие мини-тартики, короче. Так они выглядят. Давайте распаковывать. Вот вам такие ASMR-студии. Так, конечно же, с первого раза нормально открыть не получится. Воу-воу-воу. Ой, какой аромат карамели, ребята. Все, я пошла. Немного красоты за кадром. Вот так выглядят эти тарталеточки. Максимально аппетитно. У нас за окном сейчас идет дождь, и я думаю, самое время... Моя собака на фоне, просто лайк. Я думаю, самое время сейчас как раз кушать подобные вкусняшки. Я уже, правда, вся в этих вкусняшек, я уже вся в карамели. Вот, хочу выбрать самую красивую и самую большую тарталетку. Ну что, давайте ее как-то раскроем. Я хочу полностью посмотреть, как она выглядит. Ой, она развалится, потому что тут песочное печенье прям. Вот так это выглядит. Вот. Ну, я думаю, стоит пробовать. Главное, мне не испачкаться. Горжи чувствую, насколько это божественно. Я думаю, второй раз стоит тоже укусить. Ну да, шоколад был в шоколаде. Почему бы и нет, собственно говоря. Я почти что прожевала. Ребят, что могу сказать по поводу этой тарталетки? Смотрите, сами края из песочного печенья максимально вкусно. Вот, наверху что-то по типу шоколадной шапочки. И, кстати, шоколад вполне неплохой. Ожидала, что он будет, ну, какой-то не очень вкусный. Внутри огромное количество карамели, тут прям прослойка карамельная, арахис. И это все просто вот настолько сочетается, что этим корзиночкам я ставлю, наверное, 9 из 10, потому что я бы, наверное, больше как-то попыталась выразить вкус карамели, потому что он хоть и имеется, этот вкус, и карамель вроде имеется, но, блин, все равно шоколад и вот эта вот корзинка, она как-то это все заглушает, и поэтому не настолько получается прям вау. Вот, если бы добавили больше вкуса, карамели и шоколада, было бы просто бомба. Ну а так я все равно ставлю 9 из 10, это топ. Совет. Теперь, я думаю, приступим ко второму десерту. Это морковный торт с апельсиновой начинкой. Я его тоже очень давно хотела попробовать. Вот эти вот банановые пирожные мы оставим на конец. Вот, если я, конечно, не обожрусь, хотя на самом деле тут не так уж и много, но я думаю, я все это потом буду доедать. Ой, тут у нас даже молния такая прикольная. Оп. Я люблю, когда так открывают десерт, это прям такое расслабление. Воу, смотрите. Ой, я... Вау, тут прямо торт. Торт, точнее, ну пирог, да, морковный. Нам нужен ножик. Сейчас приду. Ну что, ребята, я тут как тут, да. Кексик на фоне просто топ, я считаю. Я уже пришла, прям готовая такая. У меня и вилочка, тут и ножик. Дегустация, короче, готова. Я думаю, надо распаковывать уже наш кекс. Главное, не угадиться. Так, ну, миссия не угадится провалена. Собственно говоря, что и требовалось ожидать. Я и так уже вся в тарталетках. Ой, пахнет, видишь, конечно, хорошо. Хорошо. Так, достаем. Воу, ребята, как же я все такое люблю.
какая красота. Ой. Хотя по запаху максимально странно. Ну ладно, давайте не будем пока делать поспешных выводов. Давайте разрежем сначала его. Страшно резать такой кекс. Ой, он такой мягкий, ребята. Ну, без этого никуда. Он очень мягкий. У меня прямо вилка туда аж вот так вот. Сейчас вам покажу. Ребята, просто посмотрите, насколько он нежный. Прям по нему видно, что он, ну, нежнейший, короче. Я его режу. Вот такая красота. Сейчас я вся буду, весь торт будет, ой, весь стол будет в этом торте. Ну, и я сама. Ой-ой-ой, это идеально. Это слишком красиво, это слишком вкусно выглядит. Вот, и я боюсь взять кусок, потому что, посмотрите, он настолько мягкий, он настолько разваливается, что я думаю, мне стоит взять кусок намного поменьше, чтобы я потом не была вся... Ой, тут в серединке видно лимонный джем, похоже. Вот. Пробуем. Он весь сыпется. Как это вкусно, боже, ребят. Без чая просто никуда. Это невероятно вкусно. Это так нежно. Он свежий, хотя купила я его вполне давно, чтобы вы понимали. А по вкусу такой, как будто его только испекли. Вот отвечал вам, ребят. Это нереально вкусно. Я хочу свежий. Очень свежий, вкусный кекс. Моркови. Я не чувствую прям на 100%, но я чувствую, что она есть. Я любительница морковных тортов, морковных пирогов. Всего вот этого прикольного. Поэтому за это лайк я ставлю этому пирогу или торту. Пирог это, да, пирогу. 11 из 10. Это очень вкусно. Я вам всем советую. Потому что настолько песочный пирог, настолько свежий. Прям выпечкой пахнет. Вот. А, пропитан хорошо. Очень даже, кстати. Вот, я думаю, видно, вот тут начинка. Это как раз та самая лимонная начинка. Она не очень кислая, она сладкая, в меру сочетается с этим пирогом. И получается просто взрыв мозга. Это пушка-гонка. Короче, обязательно, ребята, должны попробовать. Я слышала, что есть еще другие вкусы, но пробовала только такой. И он меня просто поразил. Друзья, остался последний десерт у нас на сегодня. Это... банановые пирожные с шоколадом. Их тут две, эти пироженки. Вот. Я видела много таких в магазине больших. Вот что-то по типу, что это десертки какие-то, пирожные, чизкейки. Вот мне почему-то больше кажется, что они как чизкейки. Ну, посмотрите. Выглядит интересно. И многообещающе. Интересно, как их еще открыть. А, на самом деле все очень просто. Пахнет брауни. Шоколадом пахнет. Вот так это выглядит, ребятки. Максимально симпатично. Ладно, берем. Мне почему-то кажется, что сегодня вот именно топ-1 займет у нас этот кекс, потому что он пока больше всех меня обрадовал. Вот так это выглядит. Вот, ладно, не будем уже тут красоваться. Возьмусь руками, что я и так вся в этих сладостях. Вот. Пробуем. Прям надо начинку захватить, я считаю. Начинку захватила. Угу. Ну, смотрите. Во-первых, вы слышите уже по эмоциям, что у меня уже не такой... Вот, потому что я, ну, такая эмоциональная. А, в плане еды я обожаю вкусно поесть. Ну, смотрите, во-первых, внутри тут мало начинки, но могу сказать одно... пропитано вполне хорошо. Ну, то есть, как бы нормально, вкусно. Вот, сверху почему-то мне что-то кислит. Как-то какой-то интересный, странный привкус. Возможно, из-за банана, честно говоря, я вообще не знаю. Вот, но банан, шоколад. Вообще, сочетание должно быть космическое. Но, как бы такое. Я, наверное, поставлю натянутую 7. Хотя нет, давай, наверное, даже 6-7 из 10. Как по мне... тут нет чего-то такого, прямо от чего может взорваться голова. Вот, обычный кекс, ну, вкусный. Вот, но второй раз бы я точно не купила. Я думаю, второй раз морковный торт я бы однозначно купила, потому что, ну, как бы,
И корзиночки тоже, возможно. Ну, возможно. Это надо подумать. А вот это я вообще не факт, что я бы купила второй раз. Был еще один вкус. Мои подписчики в Телеграме, кстати, проголосовали за больше за банан-шоколад. Там был еще какой-то тропический вкус. Может быть, тропические вкусы вкуснее, честно говоря, я не знаю. Не пробовала, но если хотите вторую часть, конечно, могу попробовать. Я хочу даже разломать его вот при вас, чтобы посмотреть. Ну смотрите, карамелька тянется. Ой, карамелька, господи, это джем. Но, как по мне, джем слишком химозный. Он даже пахнет какой-то химозностью. Нет вот этого... Хоть я понимаю, что и так понимаю, что все, что мы сегодня пробовали, нигде нет ничего натурального. Но тут этот привкус, он слишком химозный. Поэтому, ну, второй раз этот бы десерт, пирожное банановое, я бы не купила. Если бы только скормить кому-нибудь, что, собственно, я сегодня буду делать. Скармливать то, что мне не понравилось в своей семье. Да ладно, я всех угощу и вкусным. И кухом, и я сейчас ем кекс. Я пойду его есть с молоком. Это идеально. Давайте подведем итоги, ребят. Топ-1 занимает, конечно же, морковный кекс, пирог. Вот. Он слишком вкусный для этого мира. Он идеален. На втором месте корзинка с карамелью. Вот что я могу сказать. Сейчас я 100% пойду есть морковный кекс. Буду ли я доедать что-то из... Ну, вот этого, как это здесь? Из этого? Даже не знаю. Я не могу сказать. Наверное, скорее всего, нет. Но корзинка вполне вкусная. На чаепитие, на компанию можно взять. Но я бы не сказала, что я бы все это съела сама одна. Для меня это такое. Поэтому топ-1 морковный пирог. Топ-2 карамельные пироженки. Ну и топ-3, естественно, уже пирожное шоколадное с бананом. Вот. Ну и на этом наша дегустация разных вкусняшек подходит к концу. Если вы были до конца, обязательно пишите об этом в комментариях, потому что я всех ценю, всех своих подписчиков. У меня уже их 30 тысяч, что невероятно, просто вам благодарна. Я вас люблю всех. Вот. Поэтому спасибо огромное за то, что так меня радуете. А я радую вас своими классными видео. Вот. И не забывайте подписываться на мои соцсети. У меня есть Инстаграм. Вот, и также Телеграм. В Телеграме у меня очень много всего интересного. Там моя жизнь, покупочки, закупочки и вообще все, что только можно. И в том числе я там общаюсь с вами, моими любимыми подписчиками. Вот, они узнают первыми о каких-либо новостях, что-то в моей жизни, когда происходит, что-то покупаю, какой-то обзор будут. Они узнают об этом самыми первыми. Поэтому подписывайтесь, чтобы тоже быть в кругу самых первых. Ну и на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем поки-поки.